Здравствуйте. А мы продолжаем знакомить вас с выставкой «Prodexpo 2022». Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Мельников Данил, я менеджер полиграфической компании «Альянс». Полиграфическая компания «Альянс» работает на рынке самоклеящей этикетки уже более 20 лет. Мы успешно производим рулонную самоклеющуюся этикетку для многих предприятий, производств, как алкогольной компании, так, в принципе, и любых мясных холдингов. Все, везде, где, в принципе, используют этикетку. Вот. На выставке «Prodexpo» мы участвуем ежегодно. Стараемся привлечь как можно больше аудиторию, чтобы все приходили, мы всем рады. В этом году мы выставляемся в 7-м павильоне, стенд 71, В-92. Пожалуйста, приходите, будем вам очень рады. Очень исчерпывающе. Самое главное, хочу сказать, что вот эти этикетки, которые на бутылках, они должны быть не только красивые, привлекать взгляд, они еще должны быть приятны на ощупь, потому что наши люди любят тоже взять бутылочку, покрутить в руках, как легла, насколько красивая этикетка. Я чувствую, что у вас здесь текстурировано все очень красиво. Я думаю, что на стенде еще больше можно будет посмотреть вариантов, да, и красоты. Да, заметили вот прям то, что нужно на самом деле. Очень много заказчиков уделяет момент именно тому моменту, насколько этикетка будет выглядеть, насколько она будет ощущаться. То есть у всех свои задачи, что она там должна под текстуру дерева быть похожа, чтобы она была максимально гладкой. Они очень много делают для этого, то есть они переделывают дизайн, они заказывают там дизайнерские отдельные компании, которые в этом направлении сработают, и уже с типографией решают эти вопросы. То есть эти вопросы решаются, и все производится и делается очень-очень быстро. Замечательно. Пожелаю вам удачи на нашей выставке, и надеюсь, она будет для вас очень плодотворной. Спасибо.